Полное описание и точная дата выхода 8 серии нового турецкого сериала «Позвоните моему агенту». 8 серия сериала выйдет в эфир 13 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. В новой серии мы увидим, как в последнее время Диджле пришлось много пережить, и проблемы на нее стали сыпаться горой. Диджле пришла в кабинет к Майде для того, чтобы с ней серьезно поговорить и все объяснить. Майда была шокирована от того, что ей рассказала Диджле. Сама же Диджле начинает задуматься, правильно ли она поступила, что теперь будет после этого разговора и как на это отреагирует ее отец. Майда стала спрашивать у Керача, что происходит и почему ему обо всем рассказывает Диджле. Помимо этого, у Диджле в последнее время были очень сложные отношения с барышем, и это заставляло ее нервничать. Все дело в том, что барыш актер, и он привык постоянно играть, а девушке хочется, чтобы все было не как в кино, а как должно происходить в реальной жизни. Ферис поручает Диджле написать за нее ответ Неджату, но девушка сильно растерялась. Она не знает, как правильно ответить на сообщение этого человека, чтобы все не испортить. Диджле начинает ревновать барыша к Берин, так как с ней он проводит большую часть своего времени. Неужели он решил переключиться полностью на Берин и хочет отказаться от нее? Когда она задала этот вопрос барышу, то он был озадачен и не знал, что сказать Диджле. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 13 октября. Нравится сериал? Ищите выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.